Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, какие меры социальной поддержки существуют в Самаре для приемных семей. На содержание каждого подопечного ребенка ежемесячно выплачивают 12 681 рубль. Вознаграждение приемному родителю за ребенка 4 922 рубля. За оформлением ежемесячных выплат нужно обращаться в районный отдел опеки и попечительства по месту жительства. Адреса и телефоны районных отделов опеки Самары можно уточнить в телеграм-канале. Здоровый образ жизни – основа профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, напоминает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Он подразумевает правильное питание, физическую активность, проведение профилактических обследований. Профилактика невозможна без отказа от вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем. Курение называют катастрофой для сердца в основе профилактики заболеваний сердца и сосудов. Регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы, уровень холестерина в крови. Телеграм-канал железнодорожного района напоминает, чем чревата неформальная занятость. Трудовой кодекс Российской Федерации определил обязанность работодателей в оформлении трудовых отношений с работником при приеме на работу путем заключения трудового договора. Неоформленные с работодателем трудовые отношения влекут за собой негативные последствия. Работник остается без социальных гарантий, не защищен от травматизма и профзаболеваний, а также лишается гарантии, что ему выплатят зарплату. Работодателю уже грозит административная или уголовная ответственность. We'll be right back.